Всем привет, вы на канале Папа Фан Ва Машинки. Сейчас, ребят, поиграем в Hill Climb Racing, вторая часть. Будем играть в вызовы и потом перейдем в режим кубки, покатаемся. Короче, будем выбивать с вами сундучки, возможно, нам повезет и выпадет что-нибудь веселенькое, типа красочки, колеса. Ну, что-нибудь такое, ребят, либо новенький персонаж. Так, ну что, давайте сейчас начнем с бесплатного открытия сундучка. Так, хорошо, что мы можем здесь купить за 50 тысяч монет? Ускоритель фляг, давайте возьмем, почему бы и нет, если что, можно сделать из нее металлолом. Так. Ну и все. Так, через 25 минут можно будет открыть VIP-сундучок. Так, ну что, ребят, что я хотел-то? Я хотел в режим вызова. Смотрите, здесь вроде как задания такие легенькие, да, простенькие задания. Первый снег, ну, судя по выигравшим и проигравшим, по статистике, ребят, ну, здесь, в принципе, ничего сложного не должно быть. Так, против Атрею. Атрею. Так, зачем я нажал показать? Давайте, погнали. Сейчас сразу мы обгоним этого соперника и внесем свой вклад в плюсик победителей. Это было сделать, в принципе, не сложно. Единственное, что там пару мест было опасных, я мог просто разбиться. Так, ребятушки, с первого раза я прошел это, да? День гонок, плавные кривые. Имми. Так, ну что, 420 метров. Это карта. Вот так, здесь у нас 420 метров нужно проехать. И у нас тачки очень слабенькие. Ё-моё, какие же они слабенькие, здесь даже ничего нет у нас. Эй, приятель, тут аккуратней. Имми, успокойся, не суетись, смотрите-ка. Смотрите-ка, но здесь, по идее, должно быть еще больше победителей в статистике, потому что Тимми у нас прям начудил в самом начале. И по идее здесь, да, победителей должно быть больше. Опаньки, вот он просто великую ошибочку сделал. Да, давайте посмотрим, кстати, сколько там проигравших победителей. 27-63. Блин. Не так уж и... не такая уж большая разница. Да, по сравнению с первым снегом, у нас прям день гонок почему-то там даже проигравших больше, чем в первый снег, кто играл. Так, ребята, город приключения. Давайте следующий 261 метр. Давайте сейчас тоже накажем на этой же самой тачке, только цвет у нас другой. И, по-моему, она немножко прокачана. Чуть-чуть, немножечко получше. Хотя... а может и нет. Саня, успокойся. Хорош, Саня, притормози. Я не понял, там же 261 метр был написан. Но мы с вами уже проехали 300 с чем-то. Я понял. Саня просто нас разбился. Здесь, короче, нужно максимально далеко проехать, чтобы выиграть гонку. То есть Саня разбился у нас на рубеже в 261 метр, а мы здесь остановимся. Понятно, ребят, но здесь вообще на изи должны были люди победить. Но тем не менее 10 тысяч проигравших. Как так? Ребят, ну вы чего? Ну вы чего, ребят? Еженедельно, ладно, давайте сейчас попробуем покататься против друзей. Тут что-то прям на чопере. Это что здесь? Нет, не только чоперы принимают участие. А почему здесь на чопере ребята прям на первой позиции стоят? Чем здесь чопер так хорош? По идее, пустыня должна быть. Да, ребят. Давай. Ну, не знаю. На чопере прям... Вау. Ты как это сделал? Ребята, он просто улетел. Он просто улетел. Вы видели? Он просто эту штуку поставил. Как эта штука называется? Ускорители поставил и просто чоппер взлетел в небо.
Ничего себе за 19 секунд. Там, кстати, много таких чоперистов. Чоперистов. Звучит как читеристов. Что у нас за позиция? Я проехал, конечно, коряво. Не очень хорошо. И у нас... Где есть-то вообще? Да, 85-е место. Так, я все понял. И попробуем-ка мы с вами на моноцикле. Почему бы и нет? Сейчас тоже попробуем поставить. А у нас уже стоит все это дело. Хорошо, у нас это дело есть. Давайте к персонажу поменяем. Что-то он какой-то у нас. Ой, нормально. Нет, не то. Давайте что-нибудь. Мне скелет нравится. Может, скелетик О, вот это вообще персонаж необычный. Так, хорошо. Сойдет. Болид разбился. Да чтоб тебя. Так. Сейчас попробуем не разбиться. Идеальный стат. Чоперист у нас. Да что ты будешь делать? Счет прям не получается, ребят. Идеально заехать на эту горочку. Так. Попытка номер 3. Кстати, у нас тут попытки-то не ограничены количество. Нам придется потом. Блин, я не так нажал. Да чтоб тебя. Иди ты знаешь куда. Повторить. Я все-таки хочу до финиша доехать. Посмотрите, с каким результатом, со сколько секунд я это сделаю. У меня в друзьях очень много игроков. Блин, да ты не можешь взлететь-то. Ты просто тупо мягко приземляешься. Ребятушки, знаете, что сейчас мы сделаем? Возьмем, наверное, автобус. Возьмем, попробуем, по крайней мере. Я особо-то не вижу смысла, но все-таки попробуем взять автобус. Ладно, крышу сбивать не будем, потому что у нас время ограничено. Попробуем так проехать. Так, у нас время закончилось. И было бы неплохо, конечно, если бы я еще зацепил параллельно. Так не пойдет. В принципе, можно было там упасть грамотно и взять топливо. В принципе, можно было. Давайте попробуем сейчас все-таки так сделать. Можно было приземлиться нормально и взять топливо. Ой, ну нет, не так. Не так я хотел сделать. Повтор. Так, чё-то никак. Никак не получается. Никак не получается. А так, как тебе это, чувачок? Блин, не взял! А ведь было вообще красиво сейчас. Ребятушки, вот сейчас было вообще идеально практически. Но все равно я сократил, смотрите-ка. Но должен выйти из 85-й позиции. Я, в принципе, должен выскочить. Блин, если бы еще взял топливо... Ой, было вообще красиво. Так, 25 900. Обновили. Сколько там? Сколько? За 50. 49 место. Но этого недостаточно. Мне нужно больше. Ладно, сейчас еще чётенько проедем. Возьмем что-нибудь другое. Илюхин, кстати, участвует. Привет, дружище. Привет, дружище. Да, Илюхин. А, дай. Ёшкин матрёшкин. Естественно, он участвует, потому что он у меня в друзьях. Чё-то я туплю. Это же у нас... Это же у нас не онлайн режим, как бы, да? Не соревнование, не ивентик. Поэтому... как бы он у меня в друзьях и... Соответственно...
Он 47 место. Так, повтор. Все, у нас повторы пошли уже за кристаллы. Слушайте, а если взять... Магнит? За место чего только взять? Да ёшкин ты макарёшкин. Так, а кристалликс нас не взяли. Когда мы перезапускаем, кристалликс нас не берут. То есть нужно доехать до финиша, либо разбиться. Тогда придется перезапускать. Да ё-моё, ребят, никак я ничего не соображу. Так, наверное, хорош здесь уже возиться. Либо берем сейчас автобус. Ой, автобус, а другую технику. И пробуем на какой-нибудь другой... А, я пролетел, Как же рассчитать так грамотно, что прям, ребят, что прям нормально так. Все, я застрял. Не попадаю просто на топливо и все тут. Ничего с этим не могу что-то поделать, никак не попаду. Всего лишь грамотно нажать. Да ё-моё-то. Ну и чего? Я избавился, допустим, от этого. Ну все, я тут уж никого не догоню просто. Да, ребят. Давайте возьмем что-нибудь другое. Ну, допустим, что мы возьмем с вами? Мы можем взять... Ладно, давайте попробуем, как мои друзья. Попробуем сейчас проехать. Нужно улучшить. Так, но единственное, что... У меня-то детали-то... Прокачано-то на чоппере не очень хорошо прокачано. Вот в чем проблема. Я даже не знаю. Так, неправильно сделал. Надо было. Слушайте, а отчет у нас уже не за кристаллы, наверное. Потому что я другую тачку взял. Наверное, другую технику взял. Вот-вот, смотрите, имейте. То есть, заметьте, ребят. Вот чувачок. Блин, почему он без ника, кстати? Не могу прочитать. Он без ника. Он реально без ника. Просто флаг у него стоит. Вот он, по-моему, на топливо попадает прям. Прям чётенько так. Так. Блин. Как обидно. Вот. Байкер. С флажочком он прям... На топливо попадает нормально. Нет, ребята, нет. Это все не то. Тогда берем, пробуем последний раз тогда взять. Здесь, конечно, нужно долго возиться. Тогда я с вами беру вот этот аппарат, что мы сюда ставим, наш классический вариант вот такой, и пробуем. Идеальный старт нам нужен. Но это все не то, ребят. Здесь крылышки по-любому нужны, похоже, да? Иначе мы не конкурентоспособны. О, еще и топливо скачал. Вообще замечательно. Нет, я так не догоню. Я уже отстал, и за 25 секунд я точно не выберусь. Все, время потеряно, потрачено. И что мы можем? Да ё-моё. Что мы можем? Что мы можем? Мы можем нацепить, попробовать хотя бы нацепить на наш... На наш раллийный авто. Что можем нацепить? Давайте попробуем. Топливный. Так, что мы попробуем сейчас? Что я хотел-то? Ну, вот эти штуки гири хотел попробовать.
Ну, не знаю. Короче, ребят, ладно, последний раз и переходим мы с вами на классические гоночки за сундуки. Ну, вообще замечательно, смотрите-ка. Ну. Ай. Короче, ладно, выходим отсюда. Хорош здесь бодаться. Короче, здесь нужно экспериментировать и пробовать. Мы не будем этим заниматься еженедельно. Единственное, что мы еженедельно можем еще разочек скатнуться. Ну, чтобы как бы на каком-нибудь хоть месте, чтобы стоять. Смотрите, автобус дал назад. Сейчас он полетит как угорелый. Он сейчас реально как угорелый полетит, похоже. Блин! Как? Зачем здесь тогда нужна эта штука? Что за место? Какое место у нас? Ребят, ну неплохо, 24 место. Ладно, давайте сейчас тогда переходим мы вот сюда. Так, гирьки убираем. Ставлю свой классический вариантик. Вот такой вот мой самый любимый для прохождения вариант. Давай сейчас персонажа тоже изменим. Вот такую деваху посадим за руль. Поехали. Хотя бы один сундучок сейчас выбьем. Не знаю, какой там будет. Возможно, у нас будет золотой. Может, чемпионский даже выпадет. Не факт. Кстати, вот это у нас гоночка была только что. Еженедельная. Вот именно эта карта. Так. Блин, это та же самая карта. Смотрите, как трасса та же самая, да? Что-то я... Ухабистая дорога. Кубок езды. Вот так, под утес. Теперь уже другая. Так, обычный сундук. Сейчас мы еще заглянем на гоночку. Так, открываем этот сундук. И открываем вот эту штуку. Монеточки дополнительные. Ребят, ну что, нам не хватает 4 победы, чтобы открыть красный сундук. Блин, всего лишь 3 гоночки здесь. Придется нам еще немножко погонять. Ну ладно, давайте посмотрим, что из этого выйдет. Эй, ребята, вы чего там? Вы чего меня обгоняете? Ну-ка, а как вам вот такой вариантик? Нет, не прокатил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, 0 очков. Нет, хотя бы 1 очко. Так, в итоге на 7 очков все равно сундучок я получаю. Ребят, смотрите, золотой сундучок нам выпал. Почему бы и нет? Все для своих зрителей сразу открываем. И 2 очка нам не хватает. 2 победы нам не хватает. 2 заезда победных первых мест. И нам будет красный сундучок, можно будет открыть. Хотелось бы, конечно, еще один сундук, чтобы нам дали. Эй, Юв-драйвер, ты на суперкаре. На гиперкар. Суперкар. Блин, ребят, нам такой вариант не подходит. Так, еще 2 победы нам по-любому как нужно вырвать. Но против Юв-драйвера что-то мне подсказывает, что он больно хорошо заряжен. И
А, вот здесь ты отстал. А здесь ты опять отстал. Ну-ка, давай, нырни. Нырни давай в воду, а ты отстанешь. Отлично. Смотрите, как суперкар ускоряется прям моментально. Отлично. Так. Обычный сундук. Открываем. Гип-статус бесплатно нам позволяет это делать. Ребят, ну что-то у нас красок сегодня нет никаких. Ну и да ладно. Ну и да ладно. Ну что, ребят, пока на этом все. У нас скоро, кстати, можно будет забрать. Через 5 минут можно будет забрать сундук виповский. Ладно, ребят, на этом все. Такой был выпуск. Подписывайтесь на канал, а чтобы не пропускать новые выпуски, делитесь этим видео. Точнее, жмакайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Делитесь этим видео, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи. Кстати, кидайте вызовы в друзья. Вот сюда вот кидайте вызовы. Вот сюда вот вызовы кидайте. И, возможно, снимем ролик с кем-нибудь. Я и посоревнуюсь, попробую побить его рекордик. Но пока что я даже в еженедельке не могу обогнать вас. Представляете, тут даже на танке кто-то. На формуле тоже неплохо проехал. А в основном здесь ребята на чопере неплохо так. Подряд прям чоперисты у нас идут. Вообще молодцы. Ладно, ребят, на этом все. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.